Вы знаете, так работает, так неделя такая суеты, конечно, и у меня Бог, как я говорил, по благодати Божьей. Но шаббат, я, конечно, вчера вечером мы с Алексеем были на молитве, но сегодня я вот молилась так и говорила: Господи, дай мне вот эти вот выходные написаться с тобой полностью, все, что ты приготовил, все забрать, духовное я имею в виду. Давайте за Израиль помолимся. Благословляем Израиль, там началось какое-то строительство, непонятно, храм или что. Возле стены. Возле стены. И мы просим, Господь, мне понравилась сегодня молитва со старейшинами, как Рома сказал, что чтобы дух жизни, чтобы понятие пришло еврейскому народу, нашему народу, что мы храм Бога живого, чтобы всякий дух религии покинул дух религии, который мешает принять Ишуа для своих Машиах, потому что путь к спасению только через тебя и через твою жертву, которая уже свершилась. И просим о твоих временах и сроках. Ты все приготовил, Эрес Израиль, Святая Земля, это то место, где ты будешь обитать. И то, что ты запланировал, чтобы оно пришло в твои времена, и чтобы не было таких вот повреждений твоим планам, твоей воле, твоим целям спасения нашего народа. И мы просим, чтобы дух антисемитизма, его действие было уничтожено в Израиле, в нашей стране, силой духа твоего, и чтобы глаза сердце больше и больше просвещались на познание тебя, Господь. Благословляем также нашу Белоруссию, благодарим за нашу страну. Мы знаем, что ты слышишь наши молитвы, ты слышишь молитвы праведников, мы оправданы через кровь твою, через жертву твою Ишуа. И мы просим, Господь, твоего вмешательства, твоей защиты, твоим судом справедливости, над которым превознеси нам милость. Мы просим тебя, Господь, пускай твоя сила усиливается, всякое беззаконие наказывается, всякое насилие да будет наказано тобой, Господь. Помоги не нам, не нам эмоции выплескивать, а как ты сказал, я отомщу, я Бог мщений. Дайте отмщение мне, чтобы ты шел впереди нас в этом вопросе, впереди нашей страны, а не мы бежали впереди тебя, и чтобы не ты был сзади. Помоги нам чувствовать тебя и понимать более чувствительность тебе, Дух Святой. Благословляем нашим межпокутам развитие. Спасибо за каждого из нас. Ты сказал, что мы как живые камни, и мы устрояем дом духовный. И у нас есть эти взаимоукрепляющие связи, которые духовное, тайное, которое мы не видим. Господи, созидай, пускай твой план на нашем межпокутном традиции. Твоя воля, которую ты предназначил, будет исполнена на многих людей. И дай каждому найти в себе, Господи, со своей праведностью, опять-таки, и со своей религиозностью, самоправедностью, а которая тебя, Господь, найти в себе и служить тебе. Спасибо тебе за каждого из нас, благословляем нашего пастора Алексея, милости, благодати, защиты твоей, благословляем его слово, пускай это слово будет наполнено духом твоим, и чтобы это слово оседало в наши сердца, подготовленные, помоги нам подготовленным приходить на шаббат, и давало плоды 30, 60